На приеме. На третьем этаже обнаружилось выгорание. Принял. По легенде учений, на третьем этаже Верховного суда замкнуло проводку. Пламя быстро распространилось по всему зданию. На место прибыло 7 пожарных расчетов. Учения проходят для представителей службы судебных приставов из других регионов России. На примере Казанского ведомства гостям города показали, как правильно работать в экстренной ситуации. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан занимает уже стабильно лидирующие места, поэтому было принято решение руководством ФССП провести именно здесь учебно-методический сбор. Здесь великолепная учебно-материальная база, правильно понимаются задачи руководства управления. Соответственно, как на передовом территориальном органе, мы можем обучать наши другие территориальные органы. По легенде учений, все здание суда охвачено пламенем, но несмотря на это, в здании остались люди, которые не успели выбраться через основной выход. Поэтому спасатели подогнали специальное оборудование, и с помощью которого нас эвакуировали с 4-го этажа. Учения прошли на оценку удовлетворительно. Все учебные вопросы, цели были достигнуты и отработаны. Учения для сотрудников службы судебных приставов продолжатся и завтра. Но если сегодня они были в городе, завтра приставы сымитируют захват конвоя. Андрей Трофимов, Айгуль Низамутдинова, Роман Финин, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.